Лазар Лайх. Сіздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Назар Лайх. Сәлем достар, әдеттегі сермен мен Назарбаев. Бүгін әйгілі пранкер Рамазан Рамбердиев, яғни Әрі Лайф алданатын болады. Оған көмектесетін бізде пострадавший Мага, Собрлар. Және главный рөлде оның досы Назар. Не обессуй, Рама, тебя сегодня поломает. Назар, Назарбаев, Назар Лайх. А, на основе чего? Предъявите, проверка просто. Заехал только что. Нет, предъявите сначала. Ну, на основе чего должен предъявить? Да, я назад нарыла. Покажите свои. Блин, ладно, хорошо. Ты нихуя себе. Это моя машина, бля. Подожди. В смысле нихуя? Машина нам. Халаси мощно. Халаси легко. Подожди. Где ваше удостоверение? Я без документов, а что такое? Пойдем. Пойдем, подожди, стой. Я дос по времени. Сейчас, подожди. Включи, да? Держи. Откуда взяли машину? Откуда? Да. С Баварии. Бавария Моторс, знаешь? Бавария Моторс. Да. Это моя машина. Так, машина в Угуне. Как твоя машина? В Угуне, вот владелец. Да? Тихо. Как вас зовут? Рамазан? Я оформляйте его нахуй. Он что, дизит нахуй стоит здесь? Так, смотрите, пацаны. Эй, вы что, прикалываетесь или что? Нет, ты серьезно говоришь? Нет, какой пранк? Серьезно все. Рулан. Ага. Назар. Да. Машину документ дайте, пожалуйста. Нету документов, без документов езжу. А где? Так смело без документов езжу. Так, не, давайте в чем проблема? Сейчас в отделение проедем. Нет, в чем там проблема? Все выясним. Выясним то, что во дворе стою. Да, нет, машина в угоне. Уже три недели машина в угоне. Смотрите. Меня Шингаз зовут. Шингаз, да, Рамазан, очень приятно. Тебя зовут. Мажан, ты так давайте, ребят, сразу. Подожди, в чем дело? Вот, ты объяснил. Вот мое удостоверение. Ну, хорошо, я вижу, что у тебя корочка. Ага, да, корочка. Да. Вот, смотрите сейчас. Не волнуйся. Вопрос следующий. Машина в угоне, еще раз повторяю. Каком угоне? Может, вы не угоняли, но каком, машина каком по обычному угоне. Ну, покажи, ну по номерам пробей, брат, она на меня оформлена. Я говорю, нет документов, без документов. Стою во дворе, без документов стою. Завел, музыку слушаю. Нет, уже по базам пробили. Не, ну где? Рамазан, как уже по базам пробили. И как по камерам мы поехали сюда. По каким базам пробили вы? Мы сзади вас следили, сейчас ехали. Вы со стороны МИГа ехали. Да, правильно? Верно. Да. Да. Угу. Вы не на парковке стояли. Вы ехали. Йо, хорош, пойди, угу. Что ты воду льешь? Хотя где документ? Документ, это. Машина в угоне официально. Где? Я покажи вам сейчас документ. Предъявлю все, поехали, пройдемся. Ты предъяви документ, где это? Нет, поехали, сейчас пройдемся. Нет, и куда там нам ехать? Пиздец, полтора месяца. Нет, смотрите. Как ты ищешься на Алма-Ате на полтора месяца?
Че пиздец? В угоне не надо. Давай сейчас я поднаберу, решим. Давай. Набирайте кого хотите. Подожди, стой. Какой набирать? Подожди. Пацаны, давайте. Подожди, подожди. Разберемся в отделении. Я все, айцеш. Все, поехали. Глушите машину. Давай, давай. Я дос по времени. Машину глушите, все. Разберемся там. Давай, ну что дальше? Все, пацаны, в чем разбираться? В чем разбираться? Нет, я же вам говорю, машина в угоне, ты что, не понимаешь, Димал, что ли? Димал, в смысле, Димал? Димал, все, садись. В форме, в какой форме? Давай в любое время. Давай сегодня вечером поговорим. Давай. Синь, все, поехали, сейчас. Это Хатай, нет, нет, сейчас, сейчас поедем в отделение, короче, кум, Рамазан. Едем в отделение. Эй, Джиктер, поясал дарди, лучше говорю сразу. Если это прикол какой-то, лучше остановись. Никакой не прикол, если это прикол, не надо, машина все. Твоя? Не, Баравери. Ты можешь доказать, что это его машина? Так, машина. Да, давай, моя машина. Вот, давайте, вот номера стоят, вот, пробей. Вы, ты мент, пробей. Вот, набери, 581, так бы, так ты. По времени, вы подождите. Брат, 5,5 обвел. Да? Держи его, держи, держи, держи. По времени, стой. Джиги, вы его что? А вы его что держите? Во-во-во-во! Бля, что за беспредел, пацаны? Не видит все отсюда. Пацаны, а зачем вы тихо? Покидать? Молчать, молчать. Назарна! И рот закрой нахуй! Что, прикол что ли, Назар? Какой прикол, родной? Джиги, вы же не сотрудники же! Вы же не сотрудники! Отставить разговоры нам! Тапчиком мы задаем! Сейчас в руду поедем, нас сломаем потом. Увидите, давай, 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 держи, смело, давай! Рот закрой нахуй! Давай, давай, говори! Плывешь что ли? Тихо, тихо, иди. И рот закрой нахуй. Давай рот закрой. Ты что нахуй? Держись, что ли сипишь? Базаржа шум стартерсит. Агаштин дома? Кандай агаштин возьми. Ты что мы идти нахуй? Давай, давай. Сипишь, тарай, сидел, трогай спокойно. Давай. Это был прайк, брат. Бля. Не, кол. Не, олян, бас сразу. Что там, палево поздно? Гүлгайдар, гүлдесе. Айтажа, машина менікі деген бала. 5,5. 5,5. Битурбо, Гелендваген, компрессор. Там уже палево. Весіндер, франктар көрген, брат. Но не думал, но не думал, что вы это. Өтті ма? Өтті, өтті. Давай, назарға бірдеге айтып көрі бірдеге. Сен, а ты жди это вместе, хорошо? Басына мен опять айтқандай жаңағы. Сенбедің, потому что... Сезіндер. Мынау трайтет тұр. Нетіп кетіп тұрсың. Өздерің мәселе. Надиктер ойлайды. Мынау ойлайды. Моя машина деп қой. Не, өзім көрген ол машина сатпаған. Не сіз уже сәл сезіп басам, бірақ потом жаңа айтқандай итеріс бастап кеткенде уже ұмытып кетесің ғой онда. Машинаны жігіттер еще серьезно жеркеден бір екі рет ұрып. Бұйырса достар, енді Эрі Лайфпен біз совместно бірге түсіріп жатырмыз, иә? Обязательно, обязательно. Ал, достар, вы теперь ждите. Ал, достар, бізде, короче, бір правила бар. Правила. Бізде алдадық. Келесі алдадық, енді алмаймыз. Айтыңдар бұл. Бір қазақ блогерларын алу инстинкта, праздновать инстинкта. Вот блогерларына? Иә, қазір, ең популярный. Нұрдәулет? Иә, Нұрдәулет. Нұрдәулет туда. Давай. Құрметті достар, эстафетаны, Эрі Лайф жолдаған эстафетаны Нұрдәулетке жолдайды. Енді күтіңіздер, Нұрдәулетпен. Это будет еще жестче, еще реалистичнее. Здесь я чуть-чуть прочухал уже, потому что не вот там моменте. Вот там пощады не будет, там будет жестко все. Так что давайте. Молодцы, Диктер. Спасибо, Диктер. Все, спасибо. Поеду, да? Да, поехали. Все, спасибо.
Спасибо.